Мощный взрыв прогремел этим утром в Кишиневе в одной из пятиэтажек. Инцидент произошел на улице Флорилор в секторе Рыжкановка. В результате взрыва пострадали владельцы квартиры, пара пенсионеров. 77-летнюю женщину доставили в больницу с ожогами, а ее мужу оказали помощь на месте. Взрыв прогремел около 6 утра. Перепуганные соседи выбежали на улицу. Хозяйка вышла на кухню, чтобы приготовить завтрак, зажгла огонь, и в этот момент произошел взрыв. Удивительно, как она осталась жива, но у нее обгорели руки до локтя, сейчас в волдырях все, и лицо тоже обгоревшее. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу имени Тома Чорбы. Ее состояние средней тяжести. Ее муж от госпитализации отказался, он остался помогать спасателям. Комментариев он давать не захотел. Прибыли на место происшествия и полицейские. На месте происшествия было установлено, что произошла утечка газа. В итоге пострадали хозяева квартиры. Мужчина получил легкие ожоги рук. Осенью прошлого года в результате мощного взрыва на Московском проспекте была повреждена многоэтажка. Тогда 5 человек погибли, в том числе 4-летний ребенок.